Почему я переехал сюда? Наверное, из-за погоды. Она как... я не знаю. Такая... магическая. Вы видели это в кино? Я хотел завязать. Покончить с тем, чем занимался, понимаете? Со всем этим. С такого рода работой. Хотел стать, наконец, хорошим парнем. Семейным человеком. Я хотел большой дом, приехать сюда. Думал, стану отцом, как все хорошие отцы, чтобы мои дети были как дети на телевидении, чтобы они играли в мяч, сидели на солнце. Но вы понимаете. Перевод и озвучивание сайта gamebomb.ru.